Всем привет, дорогие друзья! С вами Кристиан Блэк. Это очередная серия Лима. Я живой! Я же живой! А я же жив! Может, встать на эту платформу меня это не заденет? А здесь наоборот, да? Так и знал. Теперь не буду стрелять из лука. Твою мать. Что теперь? Ай. Спасибо. Сейчас отсосите. Отсосешь? Sons of bitches. Я же сказал, что именно костыляю. Я это сделал. Спорим, я сейчас эта веревка опустится. Вот видите шестерню, которую я не могу вам показать курсором, потому что его нет. Старая добрая тележка. Да. Если бы я спустился по веревке, она бы стала опускаться, меня бы все нашинковало в фарш. Спасибо. Должен подниматься по ней, точно, все, понял. Теперь отпускаю. Здорово. Дальше что? Дальше надо думать. Слабый вариант, конечно. Но мне кажется, самый действенный. Пока это не выглядит так, но
раскачаться, пока она... Все, я понял. Я все понял. Я все понял. Раскачаться, пока она опускается. Смотрите. Могу подниматься по этой фигне. Все. Да, все будет круто. Все, я понял, как все сделать. Все в порядке, сейчас будет. Смотрите. Оп. Я все понял. Смотрите. Да. Сейчас все будет. Еще немножко, я с этим справлюсь. Что ж ты? Спасибо. Я сейчас умру, да? Я понял. Пока не умер, надо... Порядок. Я понял. Еще тогда понял. В пещере. Стало полегче. Ого, большая загадка. Даже очень.
Что-то я ничего не понимаю. Кушай. Что теперь? Вкусненько? Спрыгну, когда он... Опа. Что я пил, что я пил? Давай, давай. Не знаю, зачем. При этом бревно. Лежит. Ясно, я понял. Если дождь не закончится, все сделаю. Это странно, куда в воде уходить? Ну, суть. Сейчас все будет. Вот так. Да, детка. Чёрт там денег. 33 FPS. 40. Что же там такое? Узнаем в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Всем пока.